Надежда Васильевна тут не видит меня, что я пришел. Я присяду, чтобы она меня не увидела. Я что-то ее взял, что-то украл, что-то у тебя или что? Давай скорее. Так, просьба, заказ. Завтра утром приезжает к 8 часам, может, к 9. Игорь Дебунов привозит рыбу. Заготовь сегодня тесто на 2 пирога. Так, еще дурачка собралась, что-то размахивается. Я где его печь буду? Мне печь негде. Не надо, у нас затопит Володя. Володя затопит и все. А, ну хорошо. Можем так, пустые пироги с печи, когда рыбу привезут, разрезать вовнутрь, затолкать уже печеное. Ой, ты фантазер. Ну, в общем так, надо пирога. Мы должны угостить. Гости приедут и все. Так, ну, ты... так вечеру. Ну, услышала, нет? Услышала. Я тебе еще, ты разговариваешь как... исполнить. Вот. Я тебе еще, вчерашний подкаблучник, что ли? Делать как положено. Прямо с костями, с головой, с хвостом и с жабрами. Все, заложить. Все, все. Вот, остальное там уж по желанию. Ты желаешь там рису подложить, можешь подложить вокруг. Не резать ничего не надо. Все понятно. И прям с кишками, и с глистами. Нет, нет, чешую убрать и кишки вытащить. Все ясно. Да, Володя жаль, поможет. Жаль. Ты хорошо поняла? Хорошо. Я пошел, все. Давай. Рука болит, не могу. Ну, ты больше так не делай тайком. Я пошел, ужин готовим. Ужин готовим. Ужин-то пошли. Ужин? У нас все готово. Ну возьми моего пирога, я еще не, не, какого пирога? С, костя... с костями? Нет, я все выбросила кости. Ну давай. От хорошего еще отказываешься. Ну. Ходила в дом офицеров, танцевала когда-то. О. Игнатий, ну ты тоже как-то молодой был. Фарсил. Иду за тобой, как теленок. Ну, зачем фотографировать-то? Ну, Игнатий, ну иди вперед. Ну, давай, иди ты, иди. Ну, что ты... Ну, все равно ж, по-твоему, не будет-то уж. Полвека позади. Ты же знала, за кого выходила. Ой, рыжий. Давай пирог там какой есть. Ой, еще бежит одна. Услыхали меня. Ой. Ой, белый бежит, и голубоглазый, Паля несется. Это мои все кошки, мои, еще двух нету. Где кошки мои, остальные? Какой нету-то, не пойму даже. Вот Паля пришла к Надежде Васильевне. А это серенький, так зовем, голубоглазка. Вот, а это белый. Во, и глаза синенькие. А в этой глаза, ну что, все, глаза синие, синие-синие глазки-то у тебя, а? А, самая смелая.
Оказалось, Паля за себя постоять умеет. Корящие глаза. Она самая маленькая, пушистая. Что-то ее тронули, там, есть давали. Так она кошек всех разогнала. Как начала на всех кидаться, видимо, ее не прошибешь в этой шубе-то. А этот подпрыгивает, из рук вытащит. Вот у всех характер разный. И самый спокойный вот этот вот, белый называется. Белый, белый, белый. Дверями я его прижал, так боится дверей. Ну, это качели. Знаешь, я там Володин. Ну, целый день сегодня на огородах. Я ползком все делал, там показано будет потом. Завтра вторник. Со вторника начинают помаленьку подъезжать люди. Кто-то на крещение, кто-то отдыхать. Ну, отдыхать как? До обеда работать, общие правила, закон. Ну, ну один чуть подгоревший. Пожалуйста. Так, все. Все, я понял. Вот они. Ну. Паста моя. Пошли. Пошли, пошли домой. Домой, 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 домой. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Ну, пошли домой. Давай, голубоглазка. Так и зовем голубоглазые. О, попутно лапой надо корябнуть. Ну, еще вас мировая не берет. Давай. Че? Давайте, давайте. Ой, я вам сейчас, мне пирога дали. Я вам дам пирога. Пойдемте. Вот так. Это Паля. Только пух полетел. Это Паля. Паля, иди сюда, иди, не бойся. Иди, заходи. Заходите. Вот эта Паля дерется. Самая отменная. Самая маленькая и самая боевая. Сейчас. Дам я вам поесть. Держите. Давайте. Ну-ка. О! Буска тут пришла. О, я им дам. Мне пироги дали. Ну, я им отдам. Рыбные пироги-то. На. На, вот, вот, вот. Ой, это у нас кошек еще рыжая. Вот оставили, не знаем, что делать все лето здесь. 5-6 кошек. Ужас какой-то. Давайте. На, Паля, ешь. Пирог весь с коршилом. Ой-ой-ой. Сшибает с ног. А там шарик ищет, шарик. Сейчас пойду, дядя Вова, чтоб дал что-то поесть. Все будет. Сейчас нет когда.